У мемориала воинам-интернационалистам вспомнили значительную дату. 34-я годовщина вывода войск из Афганистана собрала на площади памяти непосредственных участников событий. В день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вернувшиеся с войны отдают дань памяти погибшим товарищам. Значительная дата – еще один повод вспомнить о мужестве и стойкости советских офицеров и солдат. С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих и еще 200 тысяч вольно-наемных граждан СССР. Целью большой операции стало противостояние силам международного терроризма и наркобизнеса. Каждый участник тяжелых событий помнит те дни, будто они произошли вчера. Даже спустя столько лет офицеры и солдаты не в силах забыть о войне. Я боец, я солдат. Вот, проходил службу в ущелье Паншер, населенный пункт Труха. 2 года находился, принимал участие в боевых действиях. Порядка 12 боевых выходов имею у себя. Зона действия наша, опять же, ущелье Паншер, Джабалю-Сарат, Чирикар, Скезеленки. Вот, хотелось бы от лица ветеранов Афганистана вот, все-таки выразить почтение матерям и вдовам погибших наших ребят и сказать, что мы всегда рядом и в любой момент готовы выйти к ним навстречу, на помощь. Участие в акции памяти принял и секретарь Омского обкома КПРФ Михаил Федотов. Коммунист прошел 2 войны. Он служил в Афганистане, а затем в Чечне военным врачом. На счету руководителя фракции КПРФ Омского горсовета 6-го созыва множество спасенных жизней. Не раз Михаил Юрьевич спасал раненых прямо на поле боя, вытаскивал из-под огня, оперативно оказывал помощь. В профессиональной копилке Федотова 2 боевые операции и 69 рейдов. Тяжелые боевые дежурства не сломили Михаила Федотова, они закалили его характер. Свой долг он выполнил с честью. День выхода войск из Афганистана, день траура для меня и памяти, потому что у меня там погиб товарищ мой, тоже врач, хороший доктор был, жаль. Поэтому в этот день мы еще раз вспомним своих товарищей, боевых друзей, почтим память, кто погиб, пожелаем счастья выжившим, живущим сейчас, счастья им и их семьям.